Меня зовут Устьянцева Анна. Я учусь на втором курсе на программиста. Мне с самого детства симпатизировали компьютерные игры, но не в том плане, чтобы проходить их, а в плане кода. Я всегда интересовалась внутренним миром игры. И когда в 9 классе мне необходимо было выбрать профессию, я решила стать программистом. Хочу быть веб-разработчиком, писать сайты для разных компаний и больше заниматься бэк-эндом, чем фронт-эндом. Это отрасль веб-разработки. Наши мастерские очень крутые. Вот здесь можно очень многому научиться. Очень хорошая техника, очень быстрые процессоры и хороший преподаватель. Во время обучения я взяла первое место на чемпионате WorldSkills с отрывом в 6 баллов от первого места, в котором участвовала в конкурсе. Меня радует учеба, мне нравится учиться, поэтому я каждый день здесь, учусь и радуюсь этому.